Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы снова в Юрском мире. Забираем пищу. Так, задание. У нас что, обновились ежедневки уже? Так быстро? Так, купите билеты на розыгрыш призов. Допустим. Так, соберите монеты с динозавров. Используйте в сражении 3 разных класса динозавров. Набор карточек нужно открыть. Так, что там еще покормить? Погладить. Окей. Так, что у нас тут вывелось? Ух ты. Новенькие, друзья мои. У нас пополнение. Пахицефалозавр. Помещаем. Ну, пускай он будет здесь у нас стоять. Так, сразу мы его, наверное, покормим. Так, эволюцию заберем. И у нас еще кто там? Сейчас, секундочку. Подожди, подожди, не здесь. Вот здесь. Так, а это у нас Джунгариптер. Это у нас летающий, да, получается? Сюда мы тогда его поставим. Тоже, друзья мои, до 10 уровня мы его прокачаем. Так, эволюция. Забираем награды. Так, задание выполнили. Кстати, скоро 24 уровень. Используйте, так, понятно, монеты собрать. Ну, давай попробуем, хватит у нас или нет. Мне кажется, не соберем мы столько монет. А может быть и соберем, сейчас проверим. Собрали, по ходу дела. Ну-ка. Угу. Так, откройте набор карточек. Вот это я не знаю, ребята. Это где у нас такое вообще открыть? Любые? Ух, ё-моё. Мне кажется, любые. Так, есть у нас в схватках. Давай посмотрим. VIP. Доступно, друзья мои. Ну что, давай посмотрим. Насута Цератопс, Гуаньлунь и Карнотавр. Окей. Так, я думаю, здесь... Начнем с этого. Потом возьмем с тобой Кулазуха. И против хищника возьмем... Погоди-ка. Против хищника возьмем Диплокауса. Поехали. Здесь нужно нам с тобой победить в 3 битвах. Тебе, парень, по-моему, не повезло. Давай так сделаем. 100% будет менять. Хотя вряд ли. 2 в атаку. Это смех. Ну что, друзья мои, добиваем его. И вот так. Насута вылетел. Так, Гуаньлунь не прокачанный. Поэтому ему тоже, ребята, крышка. 2 атаки по 47, 113 влупляет мне, да? Ну что, наказываем за эту дерзость. И вот так. Ну что, картозавр выходит? А, карнозавр. Карнотавр, ё-моё. Карнотавр, вот как его правильно называть надо. Все, ему крышка. Так, ну что, ребята, могу сказать вам. Первый поединок довольно легкий у нас был. Но нам нужно еще 2 поединка сделать. Так что смотрим, кто нам сейчас будет здесь доставаться. Кстати, мы с тобой откроем набор карточек. И то есть задание будет засчитано. 50 ДНК, уже у нас почти 12 тысяч ДНК, ребят. О, так тут вообще на изи. Тут даже можно взять пирораптора. Так, теперь мы возьмем Лимносцелиса. И против летающих можно взять Диплодока. И я тебе скажу, что мы здесь их ушатаем. Причем на изи. 119 к атаке, прикинь, у нашего пирораптора. Он ничего здесь не сделает. Вообще ничего. Ага, меняет. На летающего. Так, ну что, мы тогда тоже
Подожди, вот, диплодока берем. Хм. Так, сколько у нас выйдет по урону? Блин, 54. Плохо. Так, он опять сменяет и берет велоцираптора. Мы выживаем. Ну что, Лимна, выходим. И атакуем, верно? Верно. Тыдыч, ух ты, он выжил. Это плохо. Он меняет. Блин, да чтоб тебе. Сейчас нам крышка, ребят. Но ему тоже крышка. Ему сейчас будет огромнейший кирдык. Так, 130, а ему нужно 137. Вот так вот я сделаю. Минус. А вот это плохо. Он диплодока мне сейчас уничтожит, скорее всего. Да, так оно и есть. Так, он потратил 2, да? 2 очка. Ну что, нам нужно, ребята, вот так сделать. Угу. Иди отсюда. Ну что, выходит стегозавр. Только не говори, что ты сейчас все в атаку вольешь. Да и то не пробьет. Не. А вот ему будет крышка. А ему будет, ребята, трындец. Ну иди отсюда, стегозавр. Не мешай нам. Все, друзья мои. Так, остается последний поединок. Всего лишь один поединочек. Надеюсь, мы в нем победим и получим с тобой вот этот пак. А этот пак у нас бронзовые награды. Так, очень много редких. А, тут одни редкие. Окей, поехали. Так, ну здесь мы с тобой возьмем, наверное, велоцираптора. Смотри-ка, Кулазух, ну он действительно выглядит как змея. Против него мы возьмем аэротитана. И здесь возьмем еще тропиогната. Все. Так. Ну что, велоцираптор, уничтожим с тобой этого хламона. А он поменяет, поверь мне. Он сейчас возьмет Кулазуха, скорее всего. Нет. Микропозавра он взял. Но тогда мы тоже поменяем. Такой думает, один умный здесь нашелся, да? И две в атаку. Ах ты, защитился. Это плохо. Пробить сможет? Нет, не сможет. Он сейчас, конечно, одну атаку, наверное, проведет. Не стал ничего делать. Тогда меняем обратно. Блин, попробуй наказать. Твою налево, а. Блок все-таки влепил. Так, опять меняет. И это Кулазух. Причем у него прокачанный он, Кулазух-то. Смотри, какой расцветочку имеет. Мы с тобой опять меняем. Я попробую его, ребята, одолеть. И крышка ему. Так, кого он там дальше позовет? Суперзавр. Ох, ёк-макарёк. 6 очков действий. Да, друзья мои. Я вот не знаю, если... Я сейчас попробую, конечно, 4 раза. Неужели он... Все, ему крышка. Так, и остается последний. Микропозавр. Что он будет делать? 5. У него 134 атаки. А вот это он зря сделал. Он, короче, 2 очка действий. Либо на броню поставил одно, и один на бонус. Скорее всего, так. В общем, я все сливаю в атаку. Да, ему кранты. Ну что, друзья мои, давайте открывать с вами заслуженный пак. Хотелось бы получить такого динозавра, которого у нас еще не было.
Ну, если дубликаты, тоже не страшно. Открываем. И кто? Ага. Пахицефалозавр. Вот кто нам выпал. У нас есть, но у нас одиночка. А тут появляется дубль. Соответственно, мы сможем с тобой скрестить. Так, а это что у нас? Только для травоядных. Столкновение. Сразитесь один на один в этом событии и получите наборы. Это мы должны с тобой обязательно сделать. Давай мне 24 уровень, а? Так, поглоти животных. Ну-ка, где у нас там животные, которые хотят, чтобы их погладили? Так, одного погладили. Второго. Третьего. Так, опять у нас, ребята, код 19. Оуэн справился. Так, слушай, нам нужно с тобой вывести динозавра одного. Так, подожди-ка, а может быть даже не одного. Джунгариптора я могу еще вывести. Аж два раза. Так, вот мне кто нужен. Пахицефалозавр. Выводим. Так, а здесь нам... Оу, кстати, вот это вот, ребята. Тонзиангозавра мы не выводили. Нужно активировать. Блин, 4 дня. Кто же ты такой? Почему ты такой светишься? Ребят, напишите, пожалуйста. Это, наверное, легендарный, да? Динозавр. Мне почему-то так кажется. Так, забираем награду здесь. И нам нужно принять участие в ПВП-сражениях. Так, ну что, пойдем тогда на ПВП-битву. ПВП-битва вот здесь вот. Я, наверное, ребят, не буду тратить мощных. Возьмем слабеньких. Но дозуха... Майонгозавра возьмем и диплодога. Посмотрим. Ищем соперника, да? Йок-макарек. Раджазавр? Это что такое? Галимим. Так, ну против него, конечно, нужно ставить Майонгозавра. Так, меняем. И, наверное, взять защиту. Так, что он будет делать? Он думает. Так, меняет все-таки, а? Раджазавр. Все, я тебя понял. А мы возьмем с тобой Нондазуха. Нондазуха. Атакуем. У него 93 хп еще остается. Он будет менять. А на кого? А вот на кого. Да, Галимим. Так, ну с этим надо как-то по-другому, ребята, драться. Давай-ка сделаем, наверное, вот так и вот так. Ох, ё-моё. 6 очков действий. Ушатает. И это будет плохо. Блин, а я ведь мог его убить. Так, он себе сохранил 2 очка действий, да? 2 очка действий. Твою налево. Раз, два, три. 4. И вот так. Блин, ребята, это крышка. Он все слил себе на очки действий. 5 на 25, это получается 125. Ой, ну да, 125. Посмотрим, что он будет делать. Он ничего не стал делать, прикинь.
Неужели он все в защиту влепил? Что-то я сомневаюсь. Раз, два, три. Блин, как сделать-то? Давай так. Хорошо. Так, пирораптор пришел. 8. Так, сколько он сейчас будет сливать? Посмотрим. 6. У него еще 2 очка действия осталось, да? Ё-моё, ребят, я его не пробью. 18 к атаке. Нет, нет, конечно, не получится, ребят. Он прикроется. И мне капельку не хватило. Паршиво. Ну, естественно, ему достаточно сколько здесь? 2 атаки провести, и все. А он 4 делает. Все, мы погибли здесь. Но нам главное сразиться. Конечно, хотелось бы победить. Но, видишь, пока не получается. Тут рандом чистый. Тем более, я сам видел, да? Брал специально таких слабеньких динозавров. Так, ну что, давай, наверное, здесь возьмем с тобой дефалозавра. Так, тираннозавр, ты куда лезешь-то? Вот так и вот так. Ох, смотрим, кого тут выберет компьютер нам, какого соперника даст. Твою деревню. Лимнаринг. Ну, с лимнарингом мне не справиться никак. Офигеть, он еще, ребята, эпический. 5 уровня. Видишь, что делает? Меняет. Он поменяет. А зачем он поменяет? Ох, ё-моё, 242 к атаке. Давай я сделаю вот так вот. Так, а у него летающий и травоядный, да? Понял. Так, он сейчас ничего не будет делать, поверь мне. Он все хочет в очки сливать. Ага, меняет. Прекрасно. Так, ну что, ребята, раз хищник, значит, будем уничтожать его. Попробуем. Замечательно. Аргентинозавр вышел. А вот сейчас, скорее всего, он поменяет. Он сделает замену и 2 атаки. Ему нужно уничтожить, да? Моего Дилофаза... В плане, ничего не стал делать. Ну-ка. Ну что, атакуем? Сколько у нас? 57. Давай я вот так сделаю. 2 в защиту. Сколько он себе там наберет? 5. 3. Ему нужно все слить, ребята, чтобы меня пробить. Всю атаку слить надо ему. Слушай, по-моему, да, пробил. Ну все, тогда мы его сейчас уничтожаем. Сливаем полностью все. На-ка, гаденыш ты этакий. Ну, а с этим нам будет вообще просто разобраться, с аргентинозавром. Ну что, ему ничего не стоит делать, ребят, только лишь атаковать. Но это результат не даст никакой абсолютно. Вливаемся. Все, прощай. Так, ребятушки, ну что, мы выиграли? Ух, какой грозный. Получаем с тобой пак умельца, точнее даже не пак, а колесико это крутим. Пресновичка, блин.
Дай вот 100 долларов. Не, чтобы остановиться, где 100 долларов, да, было? Куда-то пролетело мимо. Так, ну что, задание мы выполнили. Забираем здесь награду. И сейчас, по идее, наверное, уровень получим или нет. Открыть. Открываем. Еда, еда, 30 долларов. И дифалозавр. Плюс 260 очков доверия. Блин, нифига уровень не дали, а? Зажали. Так, секундочку, что-то нам тут собрать же нужно. Что тут? Ага, торговая гавань. 50 уровень. Мне бы 25-й получить. Мы тогда с тобой сможем водоплавающих динозавров получать. Так, здесь сколько? 1 час 56 минут еще будет строиться новая платформа, новая площадка. Так, а здесь заведите 15 или больше травоядных. 15 или больше. Погоди-ка, вот этот у нас выводится. Эти у нас есть. Ага, легендарный. Йоу. Ребята, я теперь понял, это тоже легендарный. И это легендарный. 6 дней, 23 часа, офигеть. Прикинь, сколько мы с тобой легендарных этих динозавров получим. Замечательно просто. Что у нас на рынке еще есть? Давай посмотрим. Крутим, крутим, крутим. Че, все что ли? Больше ничего нету. Так, схватки. VIP. VIP у нас закрыто. Остаются вот только события, ребята. Только для редких. Это у нас монеты. Травоядные. А это что у нас? Стая динозавров. Ух. Победите 6 противников. Что-то, ребята, это знакомое. Победите 6 противников. Попробуем. Ё-моё. Лимносцелис. Ну чё, атакуем просто, да? Сразу убираем его с поля боя. Так, следующий у нас. Ютараптор. Что ты будешь делать? Атакуешь? Ах ты, малышок. Смотри, какой, а. А если я? Бумс, 284. Гиганотозавр. Ну и что ты сделаешь? Атакуешь, да? Так, ну что, ребята, мы тогда так же сделаем, да? Ой, ё-моё, я совсем забыл, что у него защита. Блин, вот это я лопухнул сейчас. Так, мой ход, говорят. Раз, два, три, четыре. Вот так сделаем. Иди, не ори. Так, аргентинозавр появляется. Ну, с этим вообще просто все будет. Проще некуда. Так, он 4 очка, ребят. Ну, я не знаю, сколько он там влил в атаку. Ой, в защиту. Но нам лучше сделать вот так вот. Офигеть. Следующий. Гиганотозавр. Слушай, у него 7, ребята. Он... Ох, ё-моё. Вот это прилетит нам сейчас. И не ушатал, прикинь. Вот ты лопух, а. Давай-ка мы его накажем. Так, это, по-моему, последний. Тирано-титан. Опа, тирано-титан. Все, ему крышка, ребята. Блок-то он мне не пробил. А мы вливаемся в атаку. И адьюс, амиго. Идеально. Да, Тирекс, ребята, это мощь. Тут тяжело поспорить.
Так, а нам нужно было один поединок сделать или два? Так, теперь победить 7 противников. Но тут, наверное, возвращать надо тирана. Он, в принципе, один здесь справился, да? Кулазуха возьмем и... скалозавра. Да, вот такой вот командой, я думаю, мы сможем здесь выиграть. Так, Тирекс, давай. Что-то такое-то. Не понял юмора. Все. Скалозавра возьмем. И кулазуха. 7 противников, это немало. Ага. Тропиогнат. Но тут ясен перец, нужно менять. Но он, наверное, сейчас поменяет тоже. Хотя нет, он не меняет, он сразу атакует здесь. Ну что, раз-два и поехали. Ух ты, жук. Ты смотри-ка. Но все равно ничего не сделает нам. Раз, два, три. Так, я понял. Он все сливает в очки действий. А вот это плохо. Ютараптор. 5. Сейчас все в атаку что ли сольет? Точно. Прикинь, что творит, а? Ну что, кулазуха надо брать. Он у нас мастер по хищникам. Раз, два. И вот так. Он опять что ли сливает все в очки действий? Скорее всего так. Ютараптор. В плане он ничего не стал делать. Почему? Раз, два, три. И две защиты возьму. Так, в любом случае крышка тебе. Выходит Иритатор. 21 атака всего лишь-то. Но зато 6. Так, смотрим, ребят, у нас 2 защиты стоит. Ха. Так, далее. Раз, два, три. И возьмем с тобой защиту. В плане твою дивизию. Хорошо, что защиту хоть влепил. Он пробьет, скорее всего, ребята. Нет, не пробьет. 2 очка он слил, 2 очка у него осталось. Давай так. Все, ему крышка. Следующий. Трицератопс. Слушай, нам нужно менять, ребята, на хищника. Так, Тиракс, выходи. Раз, два, и вот так. Ты посмотри, а. 6. Даже если все вольет, ребята, он меня не пробьет. Это просто щекотки для нас. Так, ну а теперь мы вливаем. Раз, два, три. Раз, раз. Все, покеда. Метрия ринг. А вот это уже посерьезнее, ребята. Он сейчас все сливает в атаку, скорее всего. Нет? Тогда сливаем все в атаку мы. Вот так вот. Все, пока. И последний. Это Аланка. Три атаки. Нет, не пробьет. Все, друзья мои, добиваем. Пока. Фух. Ну что, мы с тобой зарабатываем пак. Сейчас мы посмотрим, что нам оттуда выпадет. Надеюсь, как-нибудь вкусняшка. Так, ну-ка. Деньги, деньги. Тирана Титан. Так, это новый, ребят, для меня. У меня его не было.
Плюс 260 очков доверий. Опять у нас этот код активировался. Да блин. Иди, Оуэн. Что у нас тут забрать? Нечего нам тут забирать. Пока. Ну что же у нас тут, ребята, есть на рынке? Кто-то новенький. А кто новенький у нас тут появился? Что мы готовы выводить его? Я не вижу никого. Полет на дирижабле. Штурман. Разместить. Давай здесь поставим с тобой. Пускай делается. $200 нет, мы потерпим. Слушай, а у нас даже нет с тобой по ходу битвы или что, я не могу понять. Схватки. Нет, есть схватка. Да-да-да, пока еще я сюда не хочу идти. Рановато, мне кажется. А что мы тогда с тобой можем сделать? Только для редких, только для травоядных. Акупара 81. Статуя Акупары. А что тут вообще, ребята? Золотая статуя. Дает всего лишь 5% прибавки. Ничего, она того стоит, что ли? Так, а здесь у нас что? 57 тысяч монет можно выиграть. Ну, я даже не знаю. Только для редких. Так, а это у нас «Собирая команду». Столкновение. Сразитесь один на один в этом событии, получите набор. Вот такой, ребята, набор разыгрывается. Только травоядный, блин, так. Ну давай. Подожди. Слишком жирно для него. Только травоядные. Так, тут слишком слабо. Давай вот с этого начнем. Поехали. Практически одинаковые по силе, ребят. Бонус возьму. Так, что он будет делать? Атаковать? Атакует. Так, нам нужно с тобой, наверное, все в атаку сливать. Ах ты, жучара ты навозный. Ты посмотри, а. Ну и что ты сделаешь? Ничего, да? Получи тогда. Все, крышка тебе. Захотел там себе бонусы набрать. Ага. Как бы не так. Но это только был первый поединок. А там еще сколько? 4. Получается. У меня травоядных не хватит. Так, смотрим. Аллозавр. Подожди, а это же не травоядный, ребята. С какого перепуга-то? А, вот так вот. Фига такой мелкий. Бонус. Так, он, наверное, будет атаковать. Угу, вот как сделал. Ну что, ребята, сливаемся. Что-то мне кажется, он взял защиту. Блин, ладно, проверим. Нет, тогда кранты. Так, ну что же. Это наша вторая победа. Еще нужно 3. Так, ДНК потихоньку тикает нам. Мы с тобой двигаемся дальше. Джингариптор. Ну, здесь, ребята, у нас выбор обалденный. Ну, он можно взять Топижару. Или же... Давай Топижару возьмем. Поехали. Джингариптор против Топижары. Берем сразу бонус. Ну и что он там будет делать? Сразу две атаки. Вот это ты зря делаешь, парень. Вот это ты зря сделал. Все, ему крышка, ребят.
Естественно, я все вот так сливаю. И уничтожаем его. Ну, вот так вот делает Топижара. Так, два поединка еще впереди. Всего лишь два поединочка. Так, ДНК 20 штучек капнуло. Поехали. Ага. Нундазух. Но здесь можно взять... тоже Нундазуха. Но я возьму, наверное, Лимносцелиса. Слушай, а там остаются потом еще кто? Только летающие остаются, да? По стихиям. Бонус. Так, он тоже взял бонус. Так, что же ты, гаденыш, затеял, а? Блин, что он затеял, а? Я влупляю. Е. Раскусил. Я думал, что он в защиту поставил там два и один на бонус. Вот чего боялся, но нет. Я его расколол. Так, и последний поединок. Это, наверное, будут все-таки летающие. Проверяем. О, тихо, тихо. Тут не летающие, ребята. Тут аж вся троечка присутствует. И все редкие. Так, ну тут нам нужно взять кого? Блин. Диплокауса, наверное, возьмем с тобой, да? И против Джургариптора у нас пойдет... Стоп. Я немножко неправильно сделал. Вот так. Потом Диплокаус. И против Джургариптора у нас пойдет... А кто у меня пойдет-то? Анкилозавр, может быть, а? Поехали. Ну что, ребята? Тихо-тихо, тьфу ты. Да-да-да, я и думаю, что-то не то, я же его не взял. Фух. Хорошо, что здесь такая вот, ребята, предупреждение, да? Что ты идешь не полной командой. В плане, я что, лопухнулся? Ребята, я лопухнулся. Че ты я стормозил? Причем офигенно тупанул. Почему я не взял хищника? Это все было правильно у меня сделано. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аллозавра взял, прикинь. Меняем срочно. И что нам сделать? Защиту. Встанем в глухую защиту, ребят. Он будет менять, мне кажется. Так, Джургариптора взял. Слушай, он копит бонусы. Друзья мои, он копит бонусы. Надо атаковать. Твою дивизию, блин. Все-таки взял блок, да? Все, нам крышка. Хотя, подожди, какая крышка? Если он сейчас, конечно, воу. Он взял и все слил, друзья мои. Все в атаку. Меняемся тогда. И атакуем. Раз. Два. И бонус. Кого он сейчас поставит? Ну, естественно, вот этого, да? 107. Как минимум две атаки ему нужно нанести. Это как минимум, а он делает три. Ну что, Диплокаулус, придется тебе отдуваться вот как-то. Я не знаю, как мы будем здесь с тобой сейчас выигрывать. Как? Как, ё-моё? Не пробьем же, да? Пробили. Ну и выходит Аллозавр. Ему нужно, ребята, сколько мне нанести? Все четыре атаки, да? Да. Не справились мы здесь. Твою налево. Да я тупанул. Я тупанул я в том, что вначале я взял, ребята, поменял зачем-то на летуна вместо хищника. Против травы я одного, нужен был хищник. Погнали. Все у меня было правильно стояло изначально. После этого только нужно было брать Диплокаулуса. Вот. А, Кулазуха даже взять лучше. И потом Травоядника. Кто у меня там? Вот, Анкила.
Вот так вот надо было делать. Нафиг я сюда летуна послал, ума не приложу. Че я, блин, попутал? Совсем другое тело, ребят. Совсем другое дело. Так, берем бонус. Естественно, он сейчас поменяет. На кого только, я не знаю. На джунгриптора, что ли? Ага. На лозавра. Мой ход. Ну что же, раз мой ход, я буду, ребята, атаковать. Блин, 7 хп осталось. Ты прикинь, не добил я его. Если он сейчас... О, он меняет. Твою налево. 2 атаки делает. Ну хлыщ, а. Ну хлыщ. Придется, ребят, нам его... Я не знаю, как-то нам надо его пробивать здесь. У него опять же останется хп. Нет, не осталось. Так. Насута Цератопс. Что будет делать? Вот заколебало, а. Ну все, друзья мои, что? Он 3 слил, да, получается. Этого будет достаточно. Плюс защита и бонус. Так, выходит у нас следующий хламон, Алозавр. Сколько он будет сливать? Нисколько? Ну тогда все, прощай, братюня. Странный какой-то он остался один. Какие-то там бонусные очки берет. Все, ребят, выигрыш наш. И, соответственно, пак мы с тобой тоже забираем. Ну-ка, деньги. Ты пижара, что ли? Ё-моё, ну он... Сколько у нас уже этих топижара, а? Ну, если честно, приличное количество. Так, вам нужен уровень 60-й. Битва титанов. Прикинь, там, ребят, битва титанов. Ух, так, битва редких. 3 битвы можно сделать. Сразитесь за главный приз. Вот что мне здесь в этой игре нравится, ребята, что очень много изобилий всяких вот этих схваток, поединков. Это, конечно, круто. Этого вот не хватает многим играм, когда вот есть такая возможность. Ну что, попробуем или как? Да, конечно, попробуем. Раз. И... Подожди, это слишком жирно для них. Так, возьмем с тобой Иритатора и Джунгриптора. Слушай, это не перебор ли случайно? Бонус. Ах, он сейчас сменит, ребята, он сменит сейчас на Кулазуха. Нет. А вот это роковая его ошибка. Зря он это сделал. Хотя, подожди, а мы его пробить-то сможем сами-то? 62, 62, это 112. Слушай, по-моему, не сможем. Или как? Давай проверим. Смогли. Так, ну что, Кулазух, давай пообщаемся. Так, у тебя 2 очка действий. Добивает он нас. Джунгриптор, тебе придется атаковать по полной программе сейчас его. А он наверняка взял защиту, да, себе? 100% он взял защиту. Ай, похоже, не пробили мы, ребята, с вами его. Так, если он сейчас возьмет все 3 атаки... Да, он нас уложит. Неудачно, конечно. Первый поединок у нас с тобой прошел. Ну что, давай тогда мы, наверное, переиграем. Немножко я, конечно, недооценил противника. Берем здесь Диплодога. Так, и Летуна. Можно, в принципе, взять, наверное, Топижару. Хотя Джунгриптор был бы круче. Нет, Топижару берем. Редкие против редких. Блин, он выиграет меня только за счет хп. Ребят. Упс.
что-то не то. Блин, он же травоядный. Какого лешего я взял этого-то? Ой, друзья мои, вот это я тупанул. Здесь хищник нужен, хищник, блин. А я что взял? Травоядника. Чё меня там перекрывает, я не понимаю. Да как мне его забомбить, ребят? Да никак. Этого не хватит. Ай, дурилка. Чё я вытворяю? Это, ребят, уже заигрался, называется. Это уже называется заигрался. Так. Ну, ребят, тут лучше, я не знаю, можно как-то сдаться или нет? Сдаться. Потому что это бесполезно. Ну, что я буду здесь время тратить? Только зря. С чего я взял, блин, против травоядного травоядника? Вот объясни. Здесь вот надо было брать. Все я правильно делал. И здесь вот этого можно взять. Ну, дозуха. И все, ребята, и тут уже без проблем. Просто, например, сейчас сделаем с тобой бонус. Он поменяет на кулазуха, понятное дело. Мы с тобой поменяемся на нундасуха. Нет? Вот это ты глупость сделал, парень. Вот это ты сделал глупость. Огромную просто. Так, вышибли мы его. Так, кулазух. О, ребята, он сейчас две атаки сольет. Одну? Тебе же не хватит, парень. Ты что делаешь-то? Дурила. Ну что, меняем? Атакуем. Упс. Что-то не то, ребята. Так, лазух сейчас нам пропишет. Ну, мы его тогда уже добьем. Все. 105 выбьем из него. Да. Фу, что-то тяжело как-то. Ну, главное, выиграли. Еще нужно два поединка. Опять тревога, блин, опять у нас код 19. Так, сейчас, секундочку, ребят. Все у него прошло замечательно, пишет. Ну что, поехали. Так, джунгириптор и джунгириптор. Ну, здесь мы возьмем, наверное... Ой... Пахицефалозавра. Так, слушай, а у меня по травоядным-то вообще какая-то беда. Слушай, большущая, просто огромная беда. Да что не... Выставили, выставили. А что не... А, это все, кто у меня доступен? А я думаю, что у меня не смещается шкала? И как нам тогда быть? Брать, что ли, пирораптора? Блин. Или диплодока взять? Че-то, мне кажется, такой командой я фиг тут выиграю. Но у нас нету выбора, ребят. Да. Бонус. Так, что он будет делать? Он 100% будет атаковать. Неужели ушатает? Нет. Тогда мы с тобой сливаемся в атаку. 239, этого с него хватит. Плюс мы с тобой возьмем бонус. Дед, в плане? Я что, неправильно почитал? Ёлки ты палки. Друзья мои, я там неправильно подсчитал по урону. Ну тогда здесь мы ушатываем, да? Раз, два, 130. И сделаем с тобой вот так. Но здесь крышка ему. Так, следующий джангриптор, выходи. Вылетел. Три. Если он сейчас все сольет в атаку. Нет, смотри-ка, не все. А вот нам надо сливать, ребята, абсолютно все. Если мы хотим победить. Нет, нет, блок тебе не поможет.
Шикарно. Так, ну что, ребята, у нас редких очень мало осталось, а поединок еще один нужно сделать. Давай-ка посмотрим, кто у нас тут. Воу-воу-воу-воу. Так, где мои водяные? Нундазуха берем. И Кулазуха. Нундазухи, Кулазухи, такие никнеймы. Точнее, название динозавров. Какие-то никнеймы вспомнил, блин. Ни с того, ни с сего. Так, Кулазух против Пирораптора. Бонус. Сразу берем бонус. Что он будет делать? Атакует. Зря. Так, ребята. Слушай, он сколько взял? Ага, у него... Подожди, я что-то запамятовал. Ладно, фиг с ним, давай сливаем все. Крышка ему. Так, Иритатор. Что ты будешь делать-то, Иритатор? Две атаки делать? Нет, одну. Значит, он взял защиту. Наверняка. Нет? Тогда пока. Все, ребята. Выиграли, забираем свои бабки. И, в принципе, можно сворачивать удочки. Удочки в плане того, что можно завершать серию. Уже как бы пора бежать на Арбайтон. Ух, сколько монет, ты посмотри. Плюс 260 очков доверий. Красотища. Конечно, хотелось бы еще пройти, ну, сразиться за главный приз. Блин, тут, ребят, прикинь, Альбертозавр. 100% шанс легенды получить. Но не мне. Там очень тяжело драться, ребят. Там такие бизоны против тебя выходят, что уши заворачиваются. Ну что, друзья мои. Так, вывести, может быть, кого-то сможем, а? Как ты думаешь? 25, у меня даже долларов не хватит, чтобы активировать ячейку. Тогда, дорогие мои, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!